Урал железный человек Рагимов отправился в Москву на турнир по ММА ACB-32. У Турала большой послужной список побед. 8 крайних боев с его участием были главными поединками турниров, и все были признаны лучшими поединками вечера. А на этом турнире его бой будет даже не в основном файт-карде. Но при этом исход поединка имеет большое значение. Это первый бой Турала Рагимова в организации ACB. И от того, как он пройдет, зависит многое. Турал хочет стать чемпионом. Первый поединок в новом промоушене может как открыть дорогу к чемпионскому поясу, так и закрыть ее. И тут уже не имеет значения, главное это поединок вечера или разогревочный бой. Тем более, что у Турала был большой соревновательный простой, а отсутствие соревновательной практики зачастую пагубно сказывается на спортсмене. Еще надо отметить, что Турал перешел в другую весовую категорию, до 61 килограмма, где в ACB очень серьезная конкуренция. И вот настал день, когда Турал железный человек Рагимов проведет свой первый бой в организации ACB. Его соперником на этом чемпионате стал чемпион Европы по боевому самбо Сергей Разин. Взвешивание уже позади. И теперь совсем немного времени осталось до начала поединка, которого Турал ждал так долго. Встречайте, Турал Рагимов! Пошел. Дави сам. Закручивай. Закручивайся. На себя раздергай его, выдерни на себя. Ну что ж, начало положено. Теперь остается только ждать новых предложений от организаторов ACB и, возможно, начало титульной гонки. Об этом и о многом другом мы будем рассказывать в регулярных выпусках программы «Борцовский клуб Лайф» на канале «Мир боевых искусств». Турал провел бой. Теперь мы, как зрители, смотрим поединок других людей. Тем более сейчас титульный бой весь от Урала, и надо присмотреться к возможным кандидатам. Первый раунд. Дамы и господа, представляю вам лучшего из лучших. Из Санкт-Петербурга, верный сын азербайджанского народа. Турал, железный человек, Рагимов! Ну,